Скандал в полиции Закарпатья. Патрульные обвиняют свое начальство в унижениях, нарушениях дисциплины и законов. Из 230 патрульных 73 инспектора подписались под заявлением, которое отправили губернатору и руководителю нацполиции. Доводы и оправдания сторон слушала Марина Коваль. Эту аудиозапись на своей официальной интернет-странице обнародовал сегодня закарпатский губернатор. Начальник управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачеве отчитывает подчиненных в выражениях, не стесняется. Все любят керувати, если когда почули смак цей, управленческий смак цей, я тут как муму, уже сегодня стеки напи***ся, что мне рот даже падает крытый, тяжко. Через вспоминания всех мам, бабушек и всех родичів до 10-го колена. Ну, говорит, это подписали 73 патрульных. Я не кажу, что я не вживаю ненормативную лексику, но я не вживаю до своих підлеглих. Ще ніхто з моїх підлеглих не чув, щоб я щось таке говорив. Юрий Марцинишин признается, не сдержал эмоций, когда обсуждали с командирами поведение подчиненных после празднования годовщины патрульной полиции. Мне за эту ситуацию прикро, я вибачаюся, дійсно, але хочу зазначити і пояснити. Це було сказано на емоціях, що при відпочинку командир має залишатися командиром і слідкувати за своїм особовим складом. На прошлой неделе пятеро полицейских после службы решили расслабиться. Гуляли вот в этом кафе. Все были в форме и изрядно выпившие. Люди находились в форме одежды с поясной системой, где были газовый баллончик, где кайданки были, кобура. Мною было сделано зауваження, сказано, что они покинули данный заклад. На что они не відреагували, почали трошки висловлюватися нецензурно. Главный организатор волнений, по словам начальника патрульной полиции, полицейский Михаил Симкулич. Он сегодня на больничном. По телефону был немногословен. Вы не задоволены чимось? У вас есть какие-то претензии? Чимось не задоволены? Есть тиск керівництва на працівників? Ну, я там поставлю свой підпис, я згоден с тем выкладенным у листі. Сегодня некоторые полицейские стали отзывать подписи, поставленные под заявлением. Дескать, подписывали, не читая документ. Может, это глупо, что там не вчитывалось и так далее, но я очень поспешала тогда. Я вышла до них на 2 минуты, села в машину, они мне пояснили, что это собираются подписи в поддержку тех людей, чтобы... Ну, их не было звільнено, чтобы них віднеслись лояльніше. В управлении нацполиции уже заявили, отправляют в область проверяющих из Киева. Они и решат, кто прав, а кто виноват. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.